Мы сейчас находимся в Абу-Даби, в дворце Эль-Хосен, и наконец-то Наташа нашла платьишко. Купили мы его в Эль-Айне за 25 дирхам. Да. Ну, она его подшивала, да, платьишко натуральное, она его подшивала, потому что оно было, ну, очень длинное, на 1,90 м девочку, наверное. Вот. Наконец-то мы нашли платье в Арабских Эмиратах, которое Наташе нравится. Вот она кружит. Да, и узоры покажу. Цветочные узоры. И примерочку тоже вам покажем, да. Вот. В общем, легкая, да, легкая, натуральная, искали за 100 дирхам, нашли за 25, мерили и выбрали. В общем, довольны. Да, довольны, все шикарно. В общем, смотрите наши видосики «Шопинг в Эмиратах». Пока. Всем привет, с вами снова училка физкультуры в Эмиратах. Сейчас мы шли, гуляли и случайно увидели такой шикарный магазин. Здесь распродажи именно арабские. Сейчас пойдем померяем арабские платьишко, возможно, арабские туфельки. В общем, что получится, покажем, расскажем, поскольку здесь много местных. Все девчонки местные, все женщины местные идут, покупают безумные распродажи, безумные цвета. Короче, ставьте лайк, идем смотреть. Вот этот магазинчик называется Химат Заман Шопинг. Весь сияет, сверкает. И видите, сколько машин уже здесь припарковано, очень много. Практически все здесь местные, все местные, богатые идут в этот магазин. Так, ну что, свободный сайз, без карманов. Вот мы зашли в платьишки, наконец-то, тут рынок, красивые. Тут целый большой рынок. И Наташа меряет себе красоту. Так, что видно? Мне кажется, кроссовки надо одеть к этому. А ну, покрутись, и сейчас посмотришь видео. Но вот эта вот длина, что я с ней буду делать? Ну, разве что кроссовки оденешь. Ну, сейчас мы все решим. Нет, ты сфоткаешь, мне не надо. Сейчас пробуем второе платьишко. Вот, черное понравилось. Черное зашло. Сейчас. Ой, мы думали совсем маленькое. Мы думали вообще малюсенькое. Смотри, как ты просто прям вскочила в него. Ух ты, народ, а вам как? Какое лучше платье? Ой, слушай, это вообще какой-то золотой цвет. А ну можешь. Ага. Ну интересно, интересно. Сейчас будем выбирать. А вот магазинчик Амри. Мы сейчас зайдем, попробуем поснимать платьишки. И Наташа все еще ищет себе идеальное платьишко, поэтому посмотрим. Знаю, что там снимать, скорее всего, не дают. Но постараемся вам все-таки что-то показать изнутри. Сейчас хочу померить два платья. Из хлопка, сделано в Индии. В магазине нам не разрешили снять, но померяю так. Цена этого красного 280, а этого 260. Ну, конечно, нужно побольше чуток. 50 написано, 52 нужно. Ну как смотрится. Прикольная платье. Вышивка. Ну да, это машина, но все равно класс. Так, меряем второе. Давай, вот платье. Одно из них выбрали. Ну, маловато. Маловато, да? Есть 54-й, 52-й. Ну, повернись. Ну, красивая, с узорами. Очень красивая. И это хлопок. Это хлопок вообще. И цена какая? 260 дирхам. 260 дирхам. Шикарно. Вот красное платьишко. Да, я посмотрю. Здесь большое, да? Но узорчики такие классные. Ниточки вот вшиты. Очень здорово. Смотрится как серебром. Но оно большое, Наташа. Стоит 280, да? Да?
Может быть, меньше, там другого цвета? Не знаю даже. Ну, повернись. Ну как, оно, в принципе, оно так удобно. Вот эти платьюшки нам не разрешили снимать. А вот Наташа с очкой дело. Пройдите вот туда, уже след плохой. Такой магазинчик классный. Тут такие платья есть вообще просто. Да, вот эсочка ничего, хорошо так. Вообще. И масочка идет, такой черно-красный цвет. Скажи. Миланские цвета. Давай еще то гороховое. Гороховое померить. Все, пошли умерить гороховое платьишко. Вот Наташа одела гороховое платье. Мне нравится такое яркое. Она говорит, вообще ужас, город не выйдет. Но мне не нравится такой цвет. Да, это, наверное, вообще красиво, посмотри. Не, мне не нравится. Я не люблю желтый просто на себе. Нет, не люблю. А тоже 280 цена? Да, 280. Тут платьишко, в принципе, от 85 до 1000 с чем-то. Ну, 85 такие все, пижамки. Ну, хорошо, сейчас тогда сравнение сделаешь платьишек в раздевалочке. Хорошо. Так, битва цветов. Ну, в принципе, битвы никакой нет. Я не люблю на себе желтые оттенки, оттенки желтого. И желтенькое платье это эмочка, а это красная эсочка. Ну да, оно конечно такое необычное, но оно не совсем алеписка. Сейчас модно эти рукава, оборки, оверсайз, скажем так, и вырез такой немного V-образный, тут все защищает, все хлопок. Качество сделано очень красиво, это не ширпотреб такой, что на коленке где-то прострочили. Очень красиво. Да, это машина все, ну, в принципе, ну, машина. А может и не машина. Сидел человек, а не вручную все дело. Сейчас еще раз померим. Сразу пойти. Вот, Наташа решила идти сразу, выбрали мы красное платьишко. Ну, а когда у нас будет момент? Еще сейчас закроют. Да, вообще очень да, классно, все. Еще идет так твой браслетик с часами и с этими, с кольцами идет. Еще здесь узорчики такие. Вышита серебряная нить. Классно, классно сделано. Красиво, очень красиво. Здорово сделано. Сейчас еще на уличке вам поснимаю. Вот, а сзади висят платьишко тоже красивые. Вот белое оно стоит 220. Зеленое вообще бомба 195. И вот голубенькое 145 стоит. Все, сейчас одеваемся, идем платить. Наташе бирочку отрезали. Все, сказали, может идти. Сейчас дадут пакетик. А вот все-таки мне удается вам заснять модели. За миллионы. Нет, это не миллионы. Сколько это 280, оно стоит? 1250. 280, 1250, черная 800. Пошли. И зеленая 640. Вот такие вот, в таких модельках иногда приходят девчонки в школу, когда у нас праздник. А вот наше идеальное платьишко, оно уже на воле выкуплено. И Наташины вещи были сложены приятной кассиршей в сумочку Амри. Нам ее сложили. Все, все отлично. Платьишко идеально. Смотрится хорошо. Да, покажи часики, руку. Это вот вообще оно как арабский стиль действительно получается. Класс, класс, класс. Вроде как нравится. Поэтому сейчас пойдем в нем гулять по городу. Что значит вроде как нравится? Да? Ну, потому что комментариев еще нет. Народ, пожалуйста, активнее, активнее. Дизлайки аргументируем, комментарии тоже ставим, ставим лайки, подписываемся. Ну, платья классные, платья арабские классные, из хлопка. Ну, очень здорово, особенно на фоне пальм, на фоне цветов. Вот такой наш Элянь, прекрасный город. Самый не... зеленый город. Да, самый зеленый город вообще в Эмиратах. Вот так вот. Поэтому лайк, пожалуйста, ставим лайк, идем гулять.